Опа! Пересадил немножко ножки. Старость, конечно, не радость. Здесь совсем другие начинаются проблемы. Если с травмами они решаются как-то легко и просто, вот я со своего опыта скажу, вот возрастные проблемы — это несколько иная вещь. И знаете, что я еще хочу сказать? Вот некоторые там просят там совета, еще что-нибудь. Вот я вам рассказываю то, что через что я прошел, что я знаю. И что могу? А у вас этого нету. Поэтому я, ну, будем говорить, не пройдя через это, не имея вот этого опыта, я уже так, ну, чисто интуитивно так что-то могу сказать. Особенно с позиции трех жизненных принципов. Что у вас там перевозбуждено? Вот. Ну, у каждого это все свое. И плюс вот эти вот проблемы, связанная с возрастом, это, говорю, это совсем иная песня. Здесь надо добавлять и жизненные силы, уметь ее привлекать. Это тоже непросто. Можно, знаете, как бы сказать, вампирить, находиться в обществе, там, допустим, молодых людей, как-то заряжаться их вот этим вот. Ну, просто-напросто от аур будет переходить энергетика в более слабую ауру, да? А можно, значит, вот с помощью, будем говорить, мысленных, образных, волевых настроев так, значит, себя настраивать, чтобы вот этот вот поток энергии, ну, будем говорить, постоянно шел в ваш организм.